Приветствую, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы с вами будем смотреть необыкновенную трансплантацию. Мы сегодня с вами будем перевоплощаться с помощью такого необыкновенного платка от Oriflame с анималистическим принтом. Показываю. Итак, мы имеем такой шикарный платок, размер 1,30 на 1,30 м. И самый элементарный вариант, который мы можем с вами сделать, это сложить его вот таким образом напополам, практически, можно чуть подлиннее, и завязать просто как юбку, а лиф остается тем же самым. То есть у нас такая получается юбочка, очень даже красивая. Но я сейчас вам покажу, как сделать классное платье. Тоже выбираем ту сторону, которая нам интереснее. Может быть, сверху вы хотите, чтобы были полосы, по низу яркая, или наоборот, сверху так яркая, по низу полосы. То есть все, что угодно, все для вас. Я сделаю... У меня нет зеркала, поэтому я буду делать на ощупь. Смотрите, обмоталась, сложила напополам, кончики соединила и беру кольцо. Прямо с пальца снимаю кольцо и одеваю его, то есть продеваю через него оба кончика. То есть вот таким образом у нас получается. И затягиваю прямо вот на груди. То есть над лифчиком получается. Далее я перематываю один вниз, другой сверху, так, чтобы они не растянулись. Так. Этот сюда. Один сюда, другой сюда. Вот. И завязываю узелок. Вот такой вот красивенький маленький узелочек. Можно так прямо ставить. Уже красиво. А теперь у нас стоит задача, как же соединить, чтобы не развивалось впереди вот этот вот разрез. Я предлагаю вариант взять нашу необыкновенную сумочку на поясную и воспользоваться именно ей. То есть соединили. Красиво сумочку сделали как удобно, нашли именно ту петельку, которая вот комфортная. Продеваем поясочек специальные петельки, прячем его, чтобы хвостик не свисал. Так, у нас получается здесь и сумочка, и юбочка, и немножечко расправляем. Даже если нет зеркала, все равно это можно сделать красиво. Расправили, и будет у нас такой валан, то есть и ножку видно, и валанчик. Распускаем волосы, берем красивейшие украшения, ваши любимые. Я, например, возьму от Oriflame вот такой вот набор красивый. Это серьги и вот такая подвеска. Подвеску можно, в принципе, не одевать. Она тут потеряется. Ну, пусть будет красивый цветочек. Тоже в тему. И сережечки. Запуталась в своих волосах. Как-то делают в кино все так красиво. У них ничего не путается. Так. И серьги. Ну, одну сережечку одену, чтобы уже вы увидели, какой получается образ. Ну, и, конечно же, босоножки, шлепочки. Вот так. Платье шикарное, на мой взгляд, такое оно длинное, эффектное. На лифе оно будет хорошо держаться. За счет колечка узелок будет комфортен, то есть он не будет разъезжаться или мешать. То есть колечко хорошо собирает ткань вместе. И получается такой вот удобный образ. Здесь мы кладем телефон и нужные мелочи, и у нас все под рукой, и образ закончен. Что скажете, как вам эта идея? Я жду от вас отзывов в комментариях. И напишите, как вы придумали использовать этот шикарный платок от Oriflame.